24 сентября, накануне празднования юбилея всемирно известного художника Марка Ротко, в конференц-зале Даугавпилсской городской думы состоялись научные чтения, посвященные творчеству нашего именитого земляка. Одним из докладчиков был доктор философии Изи Моргенштерн. Чем так интересно творчество Марка Ротко профессору из Франции? Марк Ротко is a very complicated and specific painter. Величие Марка Ротко в том, что его работы не только порождают какие-то эмоции, но заставляют тоже задуматься. Да, и в этом ценность Марка Ротко, потому что никто так не рисует, как Марк Ротко. Это не какая-то школа, да, или поток в живописи. Это именно конкретный человек и его работа. Вторая часть встречи оказалась не менее интересной. Она была посвящена поиску ответа на вопрос, может ли искусство повлиять на экономическое развитие отдельно взятого региона. Может, убежден Питер Мюррей, инициатор создания, исполнительный директор Йоркширского парка скульптур, который ежегодно приносит графству Западного Йоркшира доход в размере 7 миллионов фунтов. За 36 лет работы парк скульптур, расположенный на 500 акрах, на которых проходят различные выставки, пасутся овцы и прогуливаются канадские гуси, стал настоящим клондайком для региона. Вот так в типичной английской деревне воедино соединились природа и современное искусство. Опыт англичан может быть полезен и для Даугавпилса. Именно об этом шла речь во время встречи Питера Мюррея с председателем городской думы Янисом Лачприсисом. Мы говорили о том, что в Даугавпилсе находится одно из самых красивейших культурно-исторических зданий, в котором сегодня открыт центр Марка Ротко. Это один из величайших художников 20-го столетия. Вы счастливчики, ведь 6 его картин находятся в Даугавпилсе. Мы также обсудили вопросы нашего дальнейшего сотрудничества. Уверен, что оно будет плодотворным. Говоря о работе и перспективах развития центра Марка Ротко, наш собеседник отметил, что самое главное в таком проекте – его содержание. На здание, пускай и имеющего историческую ценность, люди приедут посмотреть только один раз. А чтобы они приехали сюда вновь, им нужно предложить что-то этакое. На мой взгляд, у вашего центра такой потенциал есть. Это и оригинальные работы знаменитого художника, постоянно открывающиеся здесь новые выставки. Сюда на резидентуру приезжают уже художники со всех уголков мира. Так что первый шаг вы уже сделали. И теперь нужно идти только вперед.